Кубок Казахстана начался для Амины Айсултановой с досадной ошибки. Девушка упала с двойного акселя. Впрочем, любые соревнования сопровождают скользкий лед, обидные падения и, как следствие, слезы фигуристов. Несмотря на это, они продолжают упорно трудиться. Каждый сам находит причину двигаться вперед. Амину мотивирует ее любимая фигуристка Евгения Медведева и поддержка родителей. Меня сначала мотивирует моя мама и папа. Они меня после каждого выступления утешают. И тренер, конечно же, тоже. Мои дальнейшие планы – это я хочу изучить нормально, чтобы у меня был чистый дупель двойной и несколько тройных прыжков – это сальхов, тулуп. Кубок Казахстана – вторые по значимости соревнования после чемпионата Казахстана. В этом году в нем принимают участие 70 фигуристов из Алматы, Астаны, Караганды и Восточно-Казахстанской области. Организаторы отмечают, что для развития отечественной школы фигурного катания необходимо пополнить штаб хорошими тренерами. В этом году мы каждый год проводим мастер-классы. В этом году мы тоже запланировали мастер-класс с приглашением преподавателей по фигурному катанию с Москвы, Санкт-Петербурга. Это у нас пройдет где-то, наверное, с 1 мая по 10 мая. Вот. Там планируют привести тренеров. Они будут как мастер-класс показывать, обучать наших тренеров. Ну и детям показывать то, что новые какие-то движения, то есть новые технологии, элементы. Поэтому, ну, надеемся, что какой-то это будет плюс. По возможности, которые выделяется финансирование на фигуристов, конечно, этого не хватает. Поэтому здесь большое спасибо хочу сказать родителям, которые вносят свой вклад в развитие наших детей. К фигурному катанию никогда еще не было приковано столько внимания. Весь мир наблюдает за противостоянием японок и россиянок. Юниорки делают четверные прыжки. В этом виде спорта происходит самая настоящая революция. Не остался в стороне и Казахстан. Недавно наша одиночница Элизабет Турсунбаева завоевала серебро чемпионата четырех континентов. Сейчас она работает над четверным сальховым. Подрастает замена нашим прославленным фигуристам Элизабет и Денису. У отечественного фигурного катания есть будущее. Успехи уже виднеются на горизонте. Осталось лишь поддержать наших спортсменов, ведь нет ничего приятнее проката, за которым наблюдают полные трибуны. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.